Заседание по делу Василия Синичкина было прервано из-за состояния здоровья подсудимого. Напомню, экс-главу администрации Саратовского района обвиняют в превышении служебных полномочий. Назначенное на среду заседание остановили, когда Синичкин отказался отвечать на вопросы, сославшись на боль в горле. Приехавшие на вызов врачи скорой помощи констатировали, что подсудимому нужен покой и не рекомендуется разговаривать. В итоге судебные разбирательства перенесены на 10 октября.